Всем привет, в этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Huawei Y6 2019. Начнем с первой игры, GTA San Andreas, посмотрим, как она работает на устройстве. Думаю, графику максимальную ставить не будем, сейчас зайдем в настройки, посмотрим, какая графика идет по умолчанию. Так, офлайн, графика, стоит средняя, ну давайте не будем ставить больше, смартфон все-таки бюджетный. Посмотрим, как работает на настройках по умолчанию. Если что, по ходу игры уже отрегулируем на высший уровень, если сейчас будет порядок. Пропускаем ролик. Да, на настройках по умолчанию, на средних. Medium Graphic Level, работает все отлично, не тормозит. Вот. Давайте выставим графику максимальную, раз такое дело. Так, и возобновим игру. Ну, теперь игра, конечно, подтормаживает заметно. Вот, сильные лаги теперь. Думаю, видно, что совсем не плавно работает игра, особо так не разгонишься в эту игру. Поэтому их ставим настройки по умолчанию и смело играем без проблем. На максималках подтормаживает. Следующая игра PUBG Mobile. Увидите уже сам игровой процесс. То же самое тут сделаем, поставим графику на максимально поддерживаемый уровень, посмотрим, как работает игра. Так, загрузился PUBG, показываю графику. Так, графика, видим, в самом низком уровне стоит, и частота кадров средняя, высокая тут вообще недоступна. Мы можем выставить на, ну, чуть выше графики, чуть выше самого минимального, средняя графика даже не поддерживается, высокая HD графика высокая не поддерживается, только баланс. Применяем баланс графику, вот и смотрим. Игра тормозит немного. Работает не совсем так плавно, как хотелось бы. Ну, вот видим, когда вот такие вот резко оглядываемся, это заметно тормозит, поэтому, наверное, лучше ставить вот на том уровне, который идет по умолчанию, то есть минимальном. В принципе, более-менее играть можно, но чтобы вот не тормозило вообще, лучше ставить минимальный уровень графики и играть на нем. Такая вот ситуация в PUBG Mobile. Закрываем, переходим к следующей игре Unkillet. И увидите уже также игровой процесс. Так, загрузился Unkillet. Тут видно, что максимально урезанная графика. Такая она какая-то игрушечная прям в этой игре. Самый минимальный уровень тоже самое стоит, но работает игра. Работает плавно, не крашится, запускается. Ну, в общем, тут порядок, графика минимального уровня, работает плавно. В общем, все игры на минималках, ну, максимум на средних настройках, так как GTA San Andreas мы видели, будут работать. Ну, побольше, на что-то больше рассчитывать не приходится. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал. Пока!